Добрый день. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Вы пришли по поводу работы? Да, я хотела бы работать переводчиком в вашей фирме. Вот мое резюме. Хорошо. На каких языках вы говорите? Я знаю английский, французский, русский и украинский. Я окончила университет, факультет иностранных языков. Получила диплом переводчика. У вас есть опыт работы? Да. Я работала 2 года в туристическом агентстве. Много путешествовала. У меня есть опыт устного перевода. На переговорах, на выставках, встречах. Очень хорошо. Расскажите вкратце о своих личных качествах. Я ответственный, исполнительный, пунктуальный и очень общительный человек. Отдаю работе много времени, если это нужно. Работа переводчиком в нашей фирме занимает много времени. Иногда вам придется подолгу отсутствовать дома. Ваша семья не будет против? Нет, не будет. Я замужем и живу с мужем, дочерью и мамой. Моя мама на пенсии и может посидеть с ребенком. Хорошо. Именно такие люди нам и нужны. Я ознакомлюсь с вашими документами и сообщу вам о результате. Спасибо. Я буду ждать. До свидания. Всего доброго.